состоялось торжественное чествование выпускников профсоюзных активистов. Среди числа студентов Полоцкого госуниверситета благодарностями были отмечены Александр Окунев и Егор Сидоренко. 19 июня воспитанники пришкольного лагеря «Затейники» средней школы номер 14 города Новополоцка посетили лабораторию робототехники и 3D-моделирования UNIT и открыли для себя мир современных технологий и инноваций. Ребята познакомились с образовательными конструкторами из линейки «Лего» и узнали о технических проектах, над которыми работают учащиеся объединения по интересам «Стимпарк». 19 июня, в седьмой день игр БРИКС, в Казани белорусские спортсмены выиграли 28 наград, 7 золотых, 9 серебряных и 12 бронзовых. Всего в активе белорусской делегации 134 медали.